Вот дебилы, блядь. Что такое? Кто ты с тобой стреляет, блядь, опять пристрелился в автоматы хуяты, нам. То я говорю, тут люди уже дичат, уже не знают, что делать иной раз. Просто то с РПГ просто так ебнут, то, блядь, у кого-то там, ебать, БМП заклинит, так вся проводка 30-м залпом въебывают. Я вообще в ахинке. Я говорю, тут дуалистика происходит просто. В соседней вон деревне вообще пацаны и контузии словили, что ли, или что, я не знаю. Просто пошли, блядь, говорят, ты женщину взрослую, изнасиловали ей 16-летнюю девчонку. Ужас. Он говорит, кошмар. Жалко, говорит, вообще расстрелять, просто взять и расстрелять, говорит, нахуй. Я в шоке, блин. Просто завалить человека вообще и отправить его нахуй трупом. Никто тебе ничего не скажет. Потому что, понимаешь, если не зашло... Жесть, конечно.